привык весь мир любя. Я вырывал, как из тетради, листки из жизни у себя. Из них я делал самолеты, конструкций сложных не искал. И без радаров и пилотов их в неизвестность запускал. Самолет бумажный, лишь бы не пропал яркий блеск в глазах. Для меня ничто в мире так не важно. Пролетают дни, не вернешь назад. Под дождем промок самолет бумажный, лишь бы не пропал блеск у вас в глазах. Знаю я, ничто в мире так не важно. Самолет промок до нитки, но мчит мне, потеряв азарт. И несмотря на все ошибки, все так же ярок блеск в глазах. Мне жаль людей, чья жизнь как мыло. Глаза откроешь, реки слез. Здесь раньше нужно было. Мы ехали всю ночь, как говорится, оскорбля на бал. Подвинули. Что мне говорить, короче, что пацаны не доехали? Да говори, как есть. Я сначала. В смысле? Пилка. Исторический момент, голос завез попытку. Раз, два, три. Смотрите регби в программе «Факта силы». Играли достаточно неуверенно. И показали довольно неплохую игру. Мы сильно запарились. Можно сказать запарились? Мы сильно... Следующая игра, вторая игра оказалась сложнее. Мы сильно запарились потом по поводу, что у нас нет наших ребят. Они до сих пор не приехали, не было с ними связи. Вот, и... Мы запарились, блин.